Здравствуйте, меня зовут Дыганов Антон Георгиевич, я являюсь проректором по связям с общественностью Казанского института менеджмента, экономики и систем информатизации. Вот уже более 15 лет мы работаем на рынке образовательных услуг. Мы представляем услуги по дополнительному профессиональному образованию, но в том числе одним из направлений нашей деятельности является сотрудничество с московскими вузами по обеспечению дистанционных форм обучения. И за эти 15 лет технологии, конечно же, шагнули далеко вперед. Мы всегда отслеживаем новые тенденции, новые программы и новые возможности. И мы были очень удивлены, приятно удивлены такой программе, как Talk Fusion, потому что, зная те технологии, которые дают московские вузы, сравнивая их, мы можем сказать, что то, что предлагает Talk Fusion, конечно, на порядок выше того, что применяют наши российские коллеги. В чем это выражается? Это выражается прежде всего в возможностях общения face-to-face на расстоянии. Это очень важно. Студенты должны понимать, что мы с ними, они нас видят, и мы общаемся напрямую, лицом к лицу. Кроме того, очень важным направлением является проведение вебинаров. И Talk Fusion позволяет объединить не 10-20 человек, как это предлагают большинство программ, а объединять сотни студентов в одной комнате и общаться с ними в режиме реального времени. Еще одним интересным направлением Talk Fusion является возможность рассылки информационных видеосообщений. За 15 лет работы мы много участвовали в различных выставках, и эти выставки разного направления. Это и реклама, и медицина, и финансы, все, что связано с нашими программами обучения. Последнее интересное направление – это программы туристского менеджмента, и здесь мы сотрудничаем с эко-клубом «Усадьба», который тоже представлен на Talk Fusion, и нам это очень приятно, что такое сотрудничество вылилось в совместные проекты. За 15 лет мы получили золотой сертификат качества международной программы Global Quality Promotion Program, ну и много других уже менее значимых, но завоеванных потом и кровью и долгим трудом наград. Сейчас Москва предлагает много интересных программ, связанных с государственным муниципальным управлением, с менеджментом, тайм-менеджмент, персональный менеджмент и так далее. Это все очень интересно, и программы типа Talk Fusion позволяют дистанционно, удаленно общаться с специалистами. Если говорить про удобство для учащихся, то они складываются из двух направлений. Это экономия времени, потому что, используя Talk Fusion, ты можешь быть в институте, не находясь в нем физически. Ты можешь общаться с людьми, ты можешь общаться с коллегами, со специалистами, находясь на расстоянии. Это очень удобно для людей, которые работают, которые находятся в командировках. Молодые мамы у нас есть, которые сидят дома, следят за детьми и в то же время хотят получать знания. И второе направление – это экономия, безусловно, экономия финансовых средств. Почему? Потому что приехать нужны деньги, пожить нужны деньги, покушать нужны деньги. Talk Fusion позволяет экономить значительное количество средств, даже сравнивая с одной сессией. Мир развивается стремительно, и на рынке предлагается очень много новых продуктов. Конечно, есть среди них и некачественные, но есть и прорывные продукты. По собственному опыту могу сказать, что программы и те возможности, которые дает Talk Fusion, это, конечно же, прорыв. Прорыв в области социальных сетей, прорыв в области рекламы, прорыв в области коммуникации. Это уникальная программа, которая за минимальные вложения дает вам очень широкий перечень и спектр услуг, которые вы можете использовать как в личных целях, так и в бизнес-целях. Для общения, для зарабатывания денег, для коммуникаций. От себя хочу сказать, что наш институт, конечно же, будет развиваться, открывать новые направления обучения, использовать новые технологии. И надеюсь, что наше развитие будет идти совместно с развитием программы Talk Fusion.